Строительство школы в Ликино-Дулеве идет ударными темпами. Уже возводится второй этаж. На стройплощадке побывал и глава Орехово-Зуевского округа Геннадий Панин и депутат Московской областной думы Эдуард Живцов. Были проблемы с водой, да? Да. Воду перенесли, правильно? Перенесли, да. Водопровод перенесли. Наконец, подрядчики могут заниматься исключительно вопросами строительства. Первоначальные сложности из-за проходящего в этом месте водопровода и электрокабеля сейчас решены. На четверть выполнены монолитные перекрытия первого этажа. Обустраивается ливневая канализация и дренажная система. Что здесь с грунтовыми водами? Сейчас гидроизоляция сделана, пока протечек нету. Слава богу, дренаж сделан. На объекте работает 40 рабочих в две смены, конечно, соблюдая все санитарно-эпидемиологические предписания. Это для строительства школы в Ликино-Дулево, наверное, выбрали самое лучшее место. Школа вписалась в такой сосновый бор. Изначально жителям, возможно, немножко волновались, но сейчас видят и темпы строительства, видят, что действительно школа строится, а не какой-то там коммерческий объект, о чем были опасения. Школа сама по себе уникальная. Здесь будет два спортивных зала для старших ребят и начальных классов. На территории будет мини-стадион. Выравнивание площадки для футбольного поля уже началось.